под землей. Всем привет, ребята. Новая глава. Джейкоб, Джейкоб, очнись. Очнись, очнись. Нам пора двигаться. Кстати, она здесь. Скорее всего, сыпается. Вот урод этот, а. Директор тюряги. Блин, вот мы в засаде, а. Черт, где это мы? Я не знаю. Стой, погоди. Консоль еще работает. Боже, боже. Это Аркас. Что это? Аркас — исходная колония, поверх которой потом построили тюрьму. Поблизости есть лифт, на нем можно добраться до транспортного узла, затем пересечь колонию и вернуться в черную жесть. Обратно в черную жесть? Нет уж, хрена с два. Мы чуть не сдохли, пытаясь выбраться с черной. Речь о дне побеге. Тогда речь о чем, о чем, о чем? О ответах. Зачем начальник тюрьмы уничтожил свой корабль? Я не знаю. И как это связано с Европой? Мы просто хотели перевернуть черную работенку. Это безумие. Я знаю. Но какой у нас выбор? Никакого. Пойдем. Здесь небезопасно. Ух, ё-моё. Следовать за Дэнни. Под землей. А, я теперь вижу, где голосовые сообщения, ребят. Вот, видите? 2 из 4. Ага. Точно. Так. Ну ладно, Дэнни. Так что случилось с исходной колонией? Ее забросили. Как и Калиста. Пока здесь строили тюрьму. Ее не надо же заработать, так. Так, это что тут, дверь какая-то. Может, она откроется? Нет, не открылась. Ладно, идем дальше. Так. Удивлен, что питание работает. Эти старые ядерные генераторы. Ага. Так, а если здесь спуститься, пошариться можно? Ну, в принципе, да, тут можно пошариться, ребят, смотрите. Да, темновато, конечно. Но ничего. Я что-то нашел. У-ху, вкусняшка. Нормально. А как я ее смог взять? А как я ее смог взять? А, ну у меня место типа еще одно было, да? Так, ну очень много я, кстати говоря, взял вкусняшек. И думаю, что-нибудь хорошее сейчас улучшим. Продадим как раз ее. Вкусняшки эти. Так. Такое ощущение, что тоже что-то моргает. Уху, е-е-е. Так, ладно. Все, мне это то не надо. Это классно. Не зря я сюда спустился. Круто, круто, круто. Ням-ням-ням-ням-ням. Ого, звучит так, будто ангар все еще рушится. Ага, лифт прямо по курсу. Думаю, что он работает, лифт этот. Вот я очень сомневаюсь в этом. Очень. На карте был сложен проход несколько уровней ниже. Может быть, там быстрее окажемся в колонии. Надеюсь, что твой план нас обоих спасти, типа, да? Нифига не успел прочитать. Очень быстро диалоги двигаются. Прям. Вот, второй раз уже меня не напугали. Становится хуже, надо спешить. Ну, двигай попой своей. А, меня пропускаешь, хорошо. Мы на месте, верно? Ага. Но я не вижу лифта, а он потому что внизу. Черт, он сломан. Надеюсь, что нам повезет, но здесь все на части рассыпается.
Что ж, должен быть другой путь вниз. Давай его найдем. Пошли. Погоди, погоди. Давай тут осмотрим, может, что есть тут интересное. Ладно, ничего интересного нет. Она, кстати, без пушки вообще ходит. Она вообще такая крутая. Ну, я давай без пушки пойду. Окей, пролез. Опа. Ух ты, круто. Еще раз. Так, а вот шлем-то мы зря выбросили. Берегись! Ну, естественно, нас разведут по местам, по-разному. Кто бы в этом сомневался? Я в порядке, спасибо. Вижу другой путь, встречу тебя там. Будь осторожен, здесь хуже, чем я думала. Естественно, хуже. Кто бы тут сомневался-то, что тут хуже? Найди другой способ спуститься вниз. Так, ну тут явно мне нельзя спускаться, то я там умру. О, нарисовано, что сюда ходить нельзя. А я вот пойду возьму. Говорит, нельзя туда идти. Блин, что-то тут шумит так не очень хорошо. Да, японский... Здесь все рушится. Старайся не думать об этом. Ага. Старайся не думать об этом, бля. Так, а тут что-то какой-то проход есть туда или нет? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Вниз-то спуск есть, а вот сюда проход тоже же есть, да? Да, есть. Но тут тупик. Значит, вниз тогда иду. Иду вниз, 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 вниз. Сказала же, говорит, будь осторожен. Ну да, так я и так осторожно спустился вроде. Кто там? Не пойму. Ну ладно, наверное, это она. Так, хорошо, что пока с одной стороны ребят нет, с другой стороны уже скучно стало. Без ребят-то. Мы уже к ним подпривыкли. Нашла лестницу, спускаюсь. Я рад за тебя. А я вот боюсь, что меня скоро придавит нафиг. А чё ты так сделал? Зачем? Ага, и я лестницу нашел. Тоже спускаюсь. Ой, в колонии. В колонии, наверное, столько... Нашла служебный вход, да? Проход или вход? Так, ну он прям спускается, спускается далеко. Здесь недалеко, давай, иди, типа. Бежать он не может, кстати говоря. Идет тихонько. Потому что все рушится. Еще несколько шагов. Кстати говоря... А, это ты, да? А, ну ладно, сейчас погоди. А тут что? Ага, тут смерть. Так, уже кто-то кряхтит, я слышу. Черт. Быстрее, беги, 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 беги. Джейкоб. Давай, держи, держи, держи меня. Ну же. Нет. Спасибо. Упал в самую клаку, блин. Помогла, называется. Ой, блин. Ну, это The Last of Us, ребята. Один в один.
Плагиат продолжается. Плагиат, плагиат, плагиат. Ну и чё? Ой, какой он красивый и большой. Это как он так дальше пошел? Непонятно. Так, ну ладно, расстрелять не стали, значит не плагиат, хорошо. Что за хрень, да? Дэнни? Бамочки моя. Да, ребята поинтереснее стали тут. О, выбил из одного. Более такие старые они, да, понятно, они тут уже давно. Блин. Блин, блински, тут этих-то сколько, как его, штук, я даже не знаю. Ну, понятно было, чем дальше идти, тем страшнее становится. Я не люблю вот эти, которые вылетают, вот я даже не знаю, вот они есть тут, нет такие. Ну, вроде как, это маленькие все. Хрен их знает. Кого я там раздолбал? Хорошо, ладно. Куда идти-то нам? Фи-фи-фи. Ну, что делать-то? Чтоб они тут... О, там, смотрите, я из того, этого... Дурилки-то все-таки смог выбить. Точно, смотри, что-то валяется, но я не могу взять. Представляете, вот этот... Гадюныш все своим телом прикрыл. А я еще, кстати, проход нашел, пока повернулся, не зря. Не издавай ни звука, написано. Спасибо. За предупреждение, что не издавай ни звука. Так. Ага. Don't make a sound. Опять так же. Двигаться тихо. Нужно быть тише. Да это я понял, что тише нужно быть. Во, смотри-ка, он в стене. Или мне показалось? Блин, их тут столько много. Обалдеть. Так, а сюда-то я могу залезть или нет? Ну-ка. Да, сюда я могу залезть. Ну, идти-то, наверное, по-любому туда надо. Да? А зачем я сюда тогда пошел? Закрыто, потому что тут.
Так, теперь знаем, что здесь закрыто. Ну, с патронами более-менее, но... Так. Под землей. А, вот кто это такой. Доктор Шихан Юн. Журнал что-то номер докладывает доктор Юнь. Мы только что прибыли в старом транспортном узлу, но он был запечатан, как после 75 лет предъявлены данные неубедительные, но явное доказательство прорыва зоны карантина нет. А, так вот откуда эти чудики-то получается, что ли? Они уже тут давно? Непонятно, если честно. Ну ладно. Тише, ты что такой, блин, громкий? Блин, тут сейчас будет страшно. Тут их столько много, кстати, раз, два, три, четыре. Три, четыре, да? Ну, ладно. А я туда не хочу к ним идти. Да? Меня ж никто не заставит к ним идти, да? Don't make sound. Также, да? Все дальше. Тут, видимо, проход. Блин, ну надо... Ну, теперь вот я понял, что тут надо идти. Потому что если... Они так говорят... Ну, тут эта штука, если что, есть на них, кинуть них, да? То означает, что там что-то есть. А я вижу, вон там есть коробка. Блин, там коробка. Все, я не дышу. Так, целая куча ребят там идет на меня. Как обидно, что гранат нету никаких. Если честно. Так. Теперь мне непонятно. Проход-то все-таки основной куда? Туда или сюда? Так, ну ладно, и раз я сюда пошел, пойдем сюда. Сходим сперва. Хрена он там вылез, а? Там просто вот эта штука длинная. Да тихо, выстрелить в нее надо как-то. Какого хрена? Фу, вот это бред, ребята. Привлекли внимание, все понятно. Мамочки мои, я живой, что ли? Как это мне удалось выжить-то, а? Так, и сколько тут было-то? Два? И главное, другие-то не проснулись, да? Так, тут охранник такой, причем давно уже, да, лежащий? Единственный плюс, они медленные, да?
Они такие медленные, ребятки. Но их тут еще куча. Вот один. Блин. Тут главное не оплошать. Да я иду, блин. Какие-то туннелях, блин. Что, заблудился я? Слышь. Блин. Блин. Нахрена я еще стрелял? Так, тут сюда, говорит, типа ходить не надо, да? Тут еще мужик валяется. О! Здорово! Он меня не слышит. Есть. Честно, я не понимаю вообще блудилки вот эти вот. Туда иди, сюда иди. Где мы оказались? Там вот. Единственное, что тут ящик я вижу есть какой-то. Ну и дверь. О, нифига себе. Тут, ну, прикольно, много всякой фиговинки. Может, я и правильно пошел, что сюда пошел, да? Отлично. Отлично. Здоровье подправил. Кредиты. О! Пропал. Ух ты, сквозь этот взял. Вообще ништяк. Ну смотрите-ка, не зря я сюда пошел. О! Открылось. Прошел я сюда не зря. В общем, да, этих можно тихоходов. Он еще пропало, да. Тихоходов можно аккуратно убивать. Аккуратно убивать. Где-то я оказался. А, это я в той двери, которая была закрыта, ребята, оказался. Все понятно. Ой. Все понятно. Ну, в общем, я обошел просто все, взял кредиты. Теперь я все понял. Так, ладно. Хорошо. Ну, с патронами более-менее. Но все же. Так, этот перчик вылез. Но я его могу сюда вот запихнуть, если что. Ладно. Кредитки.
кредитики. Так. Хорошо. Отлично бросил. Видишь, не на ту кнопку нажал. О, блядь! Да. Капец. Ай-яй-яй. А все было хорошо. Ай! Бежать надо! Бежать! Ай! Ужас! Супер смерть. Так, ну вот зараза, вальнули меня. Но зато я разобрался с тем, почему у меня не идет озвучка. А не шла на разговор, потому что на контроллер после обновления все перешло. А сейчас все окей. Preliminary readings are inconclusive, but there's no immediate evidence of a breach in the containment zone. Окей. Ладно. Так, что делать-то тут, ребята, вообще дофига. О! Ух ты, повылазили твари, а? О, блядь. Где кто еще? Фу, бля. Кстати, как-то странно, они где вылазят, где не вылазят. Так. Чё я тут двоих мочканул, получается? Не вставай даже! Не вставай, я говорю, не вставай! Запинал же, приколите, чувака. Так, погодите. А, там еще есть. Нам нахер. Обалдеть. Все весь крови я. Весь крови. Ой. Так, а чё? А. Все, я тут, видимо, уже испытал удовлетворение. Так, еще тут два. Но этих я могу закинуть. Кстати, у меня, смотрите, это... Два? Да, два их тут. Нормально. И сдохни нахер. Фу. Так. Не могу положить, хорошо. Так, ну у меня получается вот там же еще. Но там-то я не помню, что там у меня было. Ну как, в смысле, помню, ну. Че мне туда идти? Так, инъекция, эта штука. Ну, у меня так-то, в принципе, нормально по жизни дела обстоят.
Так, это у меня вообще какое сейчас оружие? Какое? О, вот это, да, у меня. Так. А если я вот так сделаю? Оп. Так, сейчас я их буду кидать. Кидать я их буду. Да какого хрена ты бьешь? Нахер сдохни. О, блядь, большой стал. На, нахер. Ух, я их замочил. Да я крутой. Как мне повезло, а. Фу, бля. Крутой. Как этот, как его зовут? Ой, блин, мужик, извини. Дай что-нибудь мне. Так, ничего ты не даешь, да? Так, тут что такое? А что, куда я иду, блин? Что мне надо сделать? Так, мне нужно транспортного добраться до транспортного узла. Блин, кто-то где-то вылез. Кстати говоря, все, у меня этот сел. Перчатка. Ой, блин, у меня с патронами-то все как-то не очень хорошо. Ладно, возьмем так. Ага. Ага. Так, тут еще кто-то есть. Ай, блин, а. Вот бы кинуть туда гранату какую-нибудь, а. Тут их два, как минимум. Ой, блин, там что такое? Ну ведь страшно, ребята. Так, мне главное этой-то нету, я ж... Все, отныкивался от нее, теперь у меня ее нету. Для перчатки-то усиления. Так, ну ладно, что, и придется идти. Ох ты, сохранилка, это хорошо. С одной стороны. Так, тут эти коконы, надеюсь, они меня не покусают. Блин. Тихо. Ой, блин, я сам случайно наступил. Прости. I'm sorry. Ну как sorry? На самом деле не sorry. Как... Есть, я его завалил нахер. Фух, мамочки-то мои, а. Вообще страшно дело тут, вообще-то что творится, а. Нафиг это все, ломай. Чтоб тут не было ничего этой тварини. Так. Ой, блин. Ой, блин. Кто где? Так, боеприпасы скунс, хорошо.
пригодятся. Так, туда можно пойти налево. А можно и направо пойти. Люлей гребсти. Ага, тут нет прохода. Так, ну тут, наверное, можно что-то зато открыть. О, да, о, да. Прекрасно. Ишь! Тварина! Напугала меня. Так, лечимся. Так. Вот как раз мне то, что нужно. А чё я его не могу использовать? Все нормально у меня с зарядкой, что ли, получается? А, когда, наверное, игра сохраняется, наверное, сразу нормально все, да? Тут какие-то скафандры. О, тут что-то лежит. Инвентарь переполнен. А что это такое? Чертеж боевого пистолета. Да ну нахрен. Инвентарь переполнен. Ты погоди, погоди. Чертеж боевого пистолета, ребят, нашел. Так, ну да, мне его как бы тут только таким образом. Больше я ничего выкинуть не могу. У меня тут все, как говорится, под этой... под нужным моментом. Так, ладно. Идем тихо. Куда-то пришли. Сейчас бы еще бы эту, как его... как называется? А, вон она есть, отлично. Ну, тут, наверное, никого и не будет, да? Хотя кто-то кряхтит там где-то. Так, и чё? Ага, ладно. Так, ну мы просто перезарядим на всякий пожарный. Чё там написано? Let's me help me help. Чё-то там как-то непонятно. А, кстати говоря, что раз у меня здесь недалеко, то я сейчас могу вернуться, продать, да? И еще вернуться. Точно. Круто. Ух ты, матерь божья. На нахер! Зараза ты такая, а? Ух ты! Еще бежит один, смотри что. А мы убегаем, а мы убегаем! Попробуй догони. Еще музыка такая стрёмная, ребят. Честно признаюсь. Да ну нахрен, что, не лазить умеет? Точно! Умеет лазить. Откуда он прилез-то? Дай мне патроны, гад, которые ты у меня забрал. Так, инвентарь заполнен. Ну, сейчас я вернусь, если что. Где он смог пролезть это, я не пойму. Офигеть. В общем, посмотрел, ребята, прохождение игры на каналах, на других. И у друзей своих. На Xbox смотрел. 300... Ой, какой 360. Что-то я тут уж соврать хотел. Да, на ПК смотрел. На плойки посмотрел. Ну, в общем, на плойке качество-то
Хреновато, ребятки. Как-то подмыли вот игру. Чё тут-то музыка такая? Ай, блин! Да японский бог! Ну я откуда знал-то, что она вылезет, а? Но музыка была нехорошая, надо было готовиться. Так, ладно. Разобрались. А, так это вообще какая-то другая штука. Так, инвентарь заполнен. А как так-то? Нет, это она. Перепутал я. Загрузка чертежей. Использовать. А, вот он, наверное, да? Боевой пистолет особого назначения. Ну давай, делай. Прикольно. Довольный чувак. Так, а мы давайте, знаете, что сделаем? Мы давайте продадим. Продали. О, как круто. Так, а теперь пойдем собирать. Что тут написано? Do not touch, типа, не трогай, да? Так кряхтят, конечно, все. Стрёмненько, ну что делать? Ух ты, еще кредитки нашел. Так, вот здесь где-то наверху у меня, я же выкладывал, чтобы чертеж взять. Да, и еще здесь была вон жизнь. Так что вообще нормально. Хорошо, что эта штука рядом была. Во. Во. Так, ну сейчас что-нибудь тогда пообновляем. Сейчас что-нибудь пообновляем, какое-нибудь оружие. Это, конечно, хорошо. Ну и вот только что пистолет, который взяли, наверное, тоже его нужно обновить. С патронами. Ну, патроны есть, но так, не особо много. Ну, ладно, пока. Вот такой идет недовольный. Проверяет все везде, кто что где. Так. Продать. Вообще нормально. Так, у меня же, кстати, вот 1800. Ну, это сразу я тут все потрачу. Вот, я, видите, я плохо перчатку делал. Может, кстати, давайте, наверное, перчатку все-таки поулучшаем. То смотрю, в последнее время ей часто пользоваться надо. Давай. Вот, нормально. Так, и, наверное, тоже. Давайте, пусть будет и это тоже. Комплит. Все, картридж вставили. Все. Более-менее, да. Это умеренно, то мы слабое улучшили. Так. Это что у нас? Это у нас... наш скунсик, да, получается? Да. А вот новый пистолет. Урон. Ну, что-то у него урон-то, ребятки, какой-то вообще стрёмный, да? Ну, я даже, если честно, я не знаю, а смысл мне его... улучшать, если у меня, в принципе, вот этот мой пистолет, он уже улучшен настолько, что, как бы, я даже не знаю, этот, посмотрите, ну, я, в принципе, вообще не знаю, он, наверное, скорострельный какой-то, да, ну, я, если честно, тут даже затрудняюсь что-то сказать, вот, честно сказать, я даже вот, устойчивость 1200. Давай-ка я у этого, у большого улучшу. Ну, нормально. Вау. Вообще, какой он мощный стал, смотрите. Вообще ништяк. Так, 1000 рублей осталось. Чё 1000 рублей? 1000 рублей, фигня, конечно. Тут 2700, 1200,
3000. Ну, я могу улучшить... Да, здесь могу улучшить. И, кстати, у меня... Этот я плохо улучшал палку. Thank you, worker. Давай-ка палку тоже поулучшаем. The UJC appreciates your productivity. Вообще нормально. Так, ну все, 160, 140. Так, что у меня там с патронами? 10, так, 10. А, это этот пистолет 10. Понятно. Так, ну возьмем свой стандартный пистолет. И пойдем. Ага, нормально. Ой, блин. Туда не очень хочется, если честно. Но делать нечего. Идем. Блять! Да зараза, увидел меня! О, все. Рука, не танцуй, не танцуй, рука, не танцуй. Не танцуй, не танцуй. Ну то что ты танцуешь, что тут что такое? Растанцевалась. Мистер Бак. Блин, их вообще не видно, что они тут стоят. Что, долго мне еще тут идти, интересно? Все кряхтит, кряхтит. Ой, ёпо на бог! Мама моя, напугали меня. Чуть-чуть, говорит. Но было близко. А кто там? А, ну там кто-то внутри. Да, такие вздохи, охи тут. Мощные, конечно. Ё-моё. Столько крови. Это просто жесть, ребята. Фу-фу-фу-фу. Угу. Как всегда. Так, ну тут что-то есть. Лежит что-то. Надо взять. Сперва. Ага, это потом продадим, ладно? Ладно, ладно, ладно. Так, вот можно кидать, я вижу. Можно кидать. Так, вот это, по-моему, большая. Я же говорил, большая! Ну, как-то не вовремя я все это сделал. Я спалился. А, блин! Здорово! Сейчас будем так драться. Нахрен. Пошел ты! Эх, нет, не пошел. Зараза, меня эта штука спалила.